Приветствую достопочтенную публику. Сейчас вы можете наблюдать матч, в котором участвует Владимир Путин на ринге. Так, мой противник куда-то ушел. Он зовет меня, наверное, за ринг. Вот он. Я сражаюсь сейчас с звездой рестлинга Рэнди Ортона. Но если кто еще не понял, я играю за Владимира Путина. Вот он. Ага. Пора возвращать на ринг Рэнди. Looks like Randy Orton has broken a sweat. He's going to want to make sure this doesn't snowball out of control. Hey, you're going to absorb some punishment in a wrestling match. It just goes along with the territory. Попытался убежать с ринга, но Путин его догнал, как видите. You never want to count a competitor out, but things don't seem to be going in his favor here tonight. Рэнди сейчас что-нибудь достанет из-под ринга. Стул взял. Опять реверсирует Рэнди. Перехватывает Путин у него стул. И делает русскую подсечку. И сейчас этим же стулом его. This is a man who once was known as the legend killer. Randy Orton's evolved over time with such authority. This could be it. He's looking at it. Ах ты, вырывается Рэнди от финишера. Но все равно Путин пока лидирует. He's in complete control now. Лидирует с большим отрывом. He'll be feeling the effects of that for a while. And here's Randy Orton showing why he's a master manipulator. Look at the disdain in the eyes of the Viper. Чё с Путиным? Чё он залип? Randy better not lose focus on what matters, and that's winning this match. Ага. Вот так вот. Так, Рэнди Ортон сейчас получил по полной и финишер. Сейчас завершающий прием от Путина. Ага, вот он. И удержание. Есть, Путин одерживает победу. Владимир Путин выигрывает у Рэнди Ортона. Благодарю за внимание.